Гость, у нас к вам есть важное сообщение. Мы всегда старались быть прозрачными и сначала предупреждать, а потом делать. Так вот, предупреждаем. Короче, с 1 апреля мы повышаем цены примерно на 12-13%. Это немного. Вот. Только не начинайте, пожалуйста, солянка САКС, то все жирует, там идет на какой-то сверхдоход. Совсем уже офигели на нас наезжать. А, ну вы же знаете, какой пиздец происходит в стране с инфляцией. Короче, мы жили-поживали, горя не знали, щеки-то не дремали, вот мы цены и подняли. Но мы не каемся. Примите это как факт. Что еще? А, вот самое важное. Цены на вход остаются прежними. И с вами была в прямом эфире добрая Надя из Солянки.